Всем привет! Вы на канале Саши. И сегодня нам сенсей Ву поручил задание найти клинок Джея. Саша! Да, иду, иду. Что надо? Собрать набор. Вон тот? Вот. Ой. А, вот этот. Он именно. Ладно, давайте собирать. Давайте. Ой, кстати, может твоими ножиками? Не, ладно, лучше моими ножиками. Моими ножиками, моими мечами. Ой, силы. Чей кого? Кого? Такая вот коробочка у меня была. Я сейчас соберу, и мы обязательно появимся. 3, 4. Опа! Ура, ура! Так, стойте, дайте я покажу. Мы его собрали. Вот такой вот человечек получился у нас. Это Зейн. Видно, да? Я просто не знаю, зрители пишут. Он двухлицый. У него есть вот такое лицо. И вот такое. Робота. Это у него, он новый. Вот сравните старого ниндзяго и нового ниндзяго. И тут также есть его клинок. И также есть его дирижабль, что ли? Вот такая вот, ой, у него голова дракона тут. Как будто вот пушка. Руль есть. Руль. Вот, видно тут как-то руль. Такое, как сначала, когда вот это вот было соединенное, похоже, было как метеорит. Флаг такой. И он туда может спокойно садиться и летать. Ой, и летать. Вот такой вот набор у нас получился. И вот это уходит вот сюда. И все эти распаковки вы можете увидеть на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!